Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июня, и я подошла вот к этому томату, у которого я подвязывала кисти для того, чтобы они не заламывались. И хочу рассказать вам об этом, потому что мы сейчас по большей части говорим о том, что завязываются мало у некоторых, плодов мало, и это проблема. Но у нас точно такая же проблема возникает в том случае, когда завязывается много и плодов очень много. Вы, наверное, слышали выражение «заламываются кисти». Вот под тяжестью вот этих кистей, плодов, вот эти кисти в месте, где они присоединяются к стволу, они вот так вот заламываются и могут повредиться. Я вот сейчас подвязала. Видите, у меня этот стоит подвязан к колышку. Но кисть-то она отдельная, и поэтому ствол-то он удерживается, а кисть вот этот будет на весу. Поэтому я кисть еще дополнительно подтянула и сделала вот такую подвязку. Видите, ствол отдельно, кисть отдельно. Я посчитала сейчас, если их вот здесь 18 плодов, я показывала, когда они только что завязались, были крошечные. Но они ведь наливаются. И они наливаются не по дням, а по часам, прям уже такие крупненькие. Если учесть, что они... Даже если они мелкие, по 100 грамм будут, 18 штук это уже кило 800, а я их тут насчитала, их тут еще больше, потому что тут же еще малыши наливаются. И вот если будет даже хотя бы 20 полноценных плодов по 100 грамм, 2 килограмма вес, ну это представьте, это гирька 2-килограммовая, если железная, вот такая кисть, она, конечно, не выдержит. И она в этом месте может... заломиться вниз, обломиться, все. И те, которые в это время еще не налились плоды, они, конечно, прекратят уже свое формирование. И поэтому, если вы видите, если вы посадили первый год какой-то сорт особо урожайный, если вы видите, что много плодов, они увеличиваются и есть опасность заламывания кистей, сделайте, пожалуйста, дополнительную подвязку. Ствол это ствол, а кисть она отдельно, на нее будет большая нагрузка, и чтобы не испортить, чтобы растение смогло вам отдать весь свой урожай, подвязывайте, предотвращайте заламывание кистей. Вот я подвязываю уже сейчас особо крупные, которые вот эти, видите, какая она урожайная такая, плодовитая, я боюсь, что она не выдержит. Все, до свидания, видео короткое, но это чистая информация, вот такая полезный совет.